Проблемный участок канализации на улице Пролетарская доставляет много неудобств местным жителям. Работники ТСК пытаются исправить аварийную ситуацию. Необходимое оборудование поступило, и рабочие сразу приступили к действиям по ликвидации аварийной ситуации. Сейчас все магазины закрыты, так как там снимают асфальт и тракторы выкапывают грунт, чтобы добраться до места аварии. Канализационная труба проходит очень глубоко, и работникам сетевой компании приходится трудиться до позднего вечера, говорит Юрий Ножкин. Новые трубы, эксплуатация которых рассчитана на 30 лет, привезли на место и в скором времени начнут восстанавливать поврежденный коллектор и колодец. Чтобы обеспечить подход к торговым точкам, сотрудники ТСК будут устанавливать новые трубы частями, то есть уложили отрезок и сразу закопали. Пока идут работы, вся аварийная территория и часть дороги ограждена, но такие неудобства временные.